сторону развернулись, пошли. Супер собака. Попробовали остановиться, посадить собаку возле левой ноги. Вот, хорошо, супер собака. Молодец, даем лакомство. Рядом говорим при этом. Перед остановкой тоже говорим рядом. Остановились, руку подняли, собака сидит. Отдали, сказали да. Продолжили движение, сказали рядом. Сказали рядом, поддернули поводок на развороте. Поддернули, собака вас догоняет. Потом только отдаем. В движении нужно отдавать. Давайте еще. Снова двигаемся, вот здесь развернулись. Подходим, даем ключ. Снова отходим и в ладоши похлопаем. Говорим, ждать. Подходим, кусок даем. Отходим, руки отпустили. Отходим. Похлопали в ладоши. Посильнее, не подходите. Посильнее похлопайте. Вот, хорошо. Подошли, паузу сделали. Нет, посадили сразу. Нет, должны говорить вы, а не собаки. Садим за поводок. Выравниваем лакомство перед носом. Выровняли собаку, лакомство не даем. Отходим снова. Подходим, паузу сделали. С одной стороны собаки встали, слева, справа, говорим, ждать. Завалил, выпрямили. За поводок выпрямили, долго соображают. Выпрямили собаку. Вот так, с другой стороны встали. Снова завалил в другую сторону, выпрямили собаку. Сидеть, с другой стороны встали. Опять завалился. Сели на стул. Отходим. Говорим, ждать. Подходим. Пауза. Не торопитесь с лакомством. Снова отошли, ждать. Снова подошли. Пауза. Даем, да. Молодец, хорошо. То есть обращайте внимание, при подходе он тоже не должен сорваться. Снова отходим. Ну туда отойдите. Попробуйте что-то взять со стола. Говорим, ждать. Возьмите что-нибудь. Предложите вот так, но при этом говорим ждать. Ну там далеко, близко не подходите. Вот так вот протяните, ждать. Говорим ждать. Нет, 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 садим нет. Собаку. Сидеть. За поводок. Сидеть. Отходим, говорим ждать. Ждать. Вы можете еще что-нибудь там взять. Предложить только там, то есть предложить увидеть, что вы что-то протянули, но при этом говорим ждать. Ждать. Подходим, поощряем, даем лакомство. Не прячем то, что взяли. Просто держим. Еще что-нибудь добавьте. Пакетом пошелестите. Говорим ждать при этом. Уроните. Уроните на пол. Сами подойдите, лакомство дайте собаке. Вот. Отходим, говорим ждать. Подняли, положили. Все, говорим ждать. В ту сторону зала идем. И теперь маркером срываем. Отбегаем, отбегаем, отбегаем. Поводочек я бы покороче взял, сейчас сорвется. Это сильнее для него, мотивация здесь сильнее, чем еда. Не обращаем внимания на то, что завалился, подвигали лягушкой по полу. Говорим, сидели, ждать. Взяли в руку игрушку, посадили. Сначала посадили. Посадили. Взяли игрушку в руку, за веревку подтянули, взяли. Сиди. Игра не начнется, потому что собака хочет начинать игру. Игра начнется, когда вы ее начнете. Скажем, играй или хватай и начнем игру. Но после того, как он ее не хватает, можете даже взять игрушку и подставить ему к пасти. Если схватил, поводочек натянули, сказали нет. Нет. Вот так, замечательно, замечательно. Все, начинаем игру, откидывая игрушку на пол. Играем. Скорей, предлагаем ему бегать.
Поводок отпустите. Предлагаем бегать за игрушкой. Пускай схватит. Долго не дразнить. Вот, пусть схватит ее. Вот, схватил, в перетяжке начинаем играть. Цепите пока поводок. Игра. Подтягиваем игрушку, когда он ее держит, и беремся за игрушку рукой. Держимся за игрушку и в перетяжке играем. Другой рукой собаку оглаживаем. Оглаживаем собаку. Гладим, гладим собаку. Молодец, умница. Хорошо. Поддаемся и отбегаем. Отбегаем, отбегаем, спиной не разворачиваемся. Подлавливаем игрушку, лакомство к носу подставили и поменялись. Остановились, лакомство к носу подставили, поменялись. К носу лакомство. Держим. Стоим. Не тяните игрушку, а просто держите. Тянет он, вы не тянете. Лакомство должно быть перед носом. Физнагрузка не только для собаки. Почему-то мужчины сидят, а девушки играют. С таким ротором, который весит килограмм, наверное, 35 уже, да? Минимум. 36. Лакомство к носу и держим. Можете попробовать присесть. Вот. Отдаем лакомство. Даем лакомство, даем лакомство. Держим игрушку, не прячем. За веревку взяли. Стоп, 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 стоп. Вы сами ошибки такие допускаете. Оп, ап, уп, эй, а. Не нужно так делать. Игрушка прям тут же. Хочешь хватать? Хватай, но я не начинаю с тобой игру. Почему? Потому что мои правила, а не твои. Если ты схватил лакомство к носу, второй раз тебе подставляю, но второй раз ты его не получишь. Потому что первый раз ты мне игрушку отдал, я тебе даю лакомство. А второй раз ты ее хватаешь, я тебе лакомство не даю. Если второй раз вы ему снова дадите лакомство, то он будет думать, надо хватать, отпускать, и мне дают. Снова хватать? Нет, мы не это отрабатываем. Мы создаем теперь такую ситуацию, что мы его переключили на еду. Он еду не получает и игрушку не хватает. И он думает, что нужно делать? Пускай это будет секунда, две секунды. Ни игрушку не дают, ни лакомство не дают. И по сути мы создали такую ситуацию, что он игрушку-то не хватает. И мы начинаем игру. Начали игру, давайте еще. Играй. Давайте, играй, откидывай. Скорей, 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 скорей. Подольше пускай побегает. Ладно, окей. В следующий раз пусть подольше за ней побегает. Я бы взял двумя руками и подставил бы ему ровно игрушку, чтобы он ее взял хорошо. Полностью руками не нужно ее закрывать. Подставьте игрушку вот так. Вот. Теперь поиграйте. Теперь собаке удобнее, видите, держать. Хорошо. Теперь остановились. Одной рукой держим, второй рукой лакомство к носу. Вот такие игры я совершаю со своей собакой каждый день. И не проявляю. Заблокировали предмет. Даем лакомство. Даем, даем, даем. Еще даем. Есть еще? Еще даем. Молодец. Игрушка тут же перед ним. Не хватает. Еще даем. Вставайте. Резко не двигаемся. Резко игрушку никуда не убираем. И все. Еще возьмите лакомство. Играем, играем. В перетяжке сыпет собака. Хорошо. Одной рукой можно по бокам похлапывать. Подзадоривать. О! Другой рукой по другому боку подзадорили. Давайте сильнее собаку раззадорим. Активнее прям. Пошипеть можете на собаку или подуть на него. Вот, хорошо, приносит уже, видите. Теперь остановились и лакомство к носу. Теперь собаке будет отдать еще сложнее. К носу лакомство. Отдаем. Даем, еще даем. Руку разверните удобно, чтобы выдавать было. Вот. Еще даем. Спокойно идем, игрушку убираем, поводок собаки цепляем. Дорогие друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться. Также мы есть в Инстаграме, ВКонтакте.